Меня делает счастливым, когда меня радуют родители. Меня делает счастливым, когда все живут долго и счастливо. Мне нравится, когда животные остаются живыми. Мне нравится, когда коты лижут меня. Мне нравится, когда в природе чистота. А мне нравится, когда никто никого не убивает. Вася. Вы соединяете ладони и локти немножечко оставляете в стороны. Закрываете глаза и пробиваете лоб. Мы поднимаем руки и тянемся к солнцу. Мы приветствуем землю. Саша приветствует лес. Дагиваемся на сильные руки, сильные ноги. И мы показываем язык. Моя любимая игра – это игры в прятки. Покажи еще раз позу. Я приветствую море. Опираемся на руки и выгибаем спину. Это положение мы прогибаем. Берта, а ты в поход-то пошла? Смотри, там все в поход пошли. Потом снова делаем... Приветствие горам, да? А потом снова... Все отправляемся в поход вместе с Мирославой. Саша приветствует землю. Можно? Отлично. У нас прекрасный цветочный сад образовался. И одно дерево. И одно дерево. Прекрасно. Два дерева. Хорошо. Саш, как ты удачно поприветствовался, и у тебя и деревья выросли, и цветы сразу выросли. Давайте, вырастайте. Приветствуем солнце. И смотрим на него. И радуемся. А потом солнце внутри себя. И пробиваем еще раз. Давай. Итак, Берта у нас получает сегодня силу жирафа! Ася у нас получает силу верблюда! Кит добрый, да. Киты очень добрые, и они могут погружаться на глубину, куда не может погружаться человек. Абсолютно верно. Я поздравляю тебя. И у них еще есть фонтанчик. Да, а прополучила силу телефона. В чем сила кобры? А ну расскажи мне. Она может по деревьям ползать. Она очень мудрая. Она может шуметь. Она может есть. У нее нет клык ядовитой. И она может жалить своих врагов съесть. Какого цвета твой мир? Зеленого. Берта. Меня? Зеленого. Желтого. У меня желто-розового с кошачьими ушками. А у меня желто-розовое тоже с ушками зайца и с хвостиком зайца. А у меня голубой мир, который состоит из тигров.
Тигриный голубой мир, да?